Ну, давайте посмотрим. И я еще фиджит погоды настроить не могу. Город свой. Там код вставлять надо, и я не знаю его. Ну, я так понимаю, на флешке это делать и не стоит. Ну да, согласен. Давайте посмотрим вашу. На третьем сейчас установлен Linux. Винда грузится нормально? Да, вроде да. Английскими буквами заводите свое имя, пробел, фамилия. На третьем он у меня записан. Установка, да? Да, сейчас так 6:29, ну давайте время отметим. А я у вас еще хотел спросить, вы не знаете, как программка называется, которая смену обоев делает автоматически, там обмениваются обоями и так далее. Знаю. Она в мою сборку входит. А где она, не подскажете? Вот одна кнопочка, вот другая. Вот это они уже сделали новинку. Ага. Раньше ее не было. Вот такая вот получается красотуленька. Да, красиво, мне нравится тоже. В любой момент времени кликайте по экрану, там, по-моему, левой там или правой кнопкой мышки, ну, кликните. Кликну. И показ прекратился. Не понял. И показ слайд-шоу прекратился. Сама программа для смены обоев, вот, находится здесь. Угу. Я специально ее отключил при старте, чтобы пользователи, ну, если им нравится, так они чтобы могли это делать, нажать.
Но если, допустим, им не нравится, ну, чтобы не нажимали ее, вот и все. Да ну, однотонная постоянно, она же быстро надоедает. Я объясню, когда я делаю свои сборки, чтобы людям было удобно видеть информацию о системе, ну, гораздо проще сделать вот так вот. То есть, чтобы они на темном фоне там видели, какая загрузка системы, сколько используется там от центрального процессора, оперативной памяти и так далее. А потом, когда сборка будет установлена на жесткий диск, ну, там, ради бога, как говорится, хоть на ушах ходить. Вы мне сразу подскажите, пожалуйста, как фиджет погоды настроить? Это будем делать уже на жестком диске. А, ну все, понял. Долго, да? У вас как-то побыстрее я на видео смотрел, или вы прерывались? Да нет, вот посмотрите, время 6:32, а начали мы в 6:32. Чудо, время на одном месте стоит. Да нет, вон у вас секунды бегут. Ну да, точно. Тут просто кто-то очень нетерпеливый. Да нет, почему? Обычно 5-7 минут идет установка на жесткий диск. Обычно. Ну, редко, ну пару раз у меня бывало, там 9 минут ставилось. А обычно там 5-7 минут и все. Понятно. Это на флешку дольше устанавливается. Правильно? Ну, на флешку, да. Ну, вот смотрите сами. Все, как говорится, перед вашими глазами, так что... Вижу. Мне все в ней нравится, но одно меня раздражает, это Skype. А чем именно? Да он тут вкладок кучу открывает. Нет, чтобы в одном там все было, происходило. Есть у меня Skype в одном окне, можно будет установить потом. Но это я уже когда жесткого загружу, да? Да, 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 конечно. Я загружусь и позвонить вам. Обязательно. Окей. Ну все, практически, ну что, так, 1 секунд, нажмите окей. Уже. 34-32, ну вы уж меня... 2 минуты, ну 2-3 минуты. Ну уж вы тогда меня извините, у вас... сделали мы все, и даже, очень надо даже быстро. Жду от вас звоночка уже жесткого диска. Все хорошо. Давайте. Давайте. Живете? Иркутская область. Ну, у меня пока еще 12 часов, там 23:44. Вот, нифига, это у нас на 7 часов разница. Да. Так. Ну что, погнали наших городских, ставим часовую зону. Давайте поставим. Да тут нету Иркутска, я смотрел. А и не нужно. Тут делается проще. Просто-напросто выбирается часовая зона. Сколько у вас время сейчас? У меня сейчас 7:45. Давайте 8 оставим. Тут можно же и так поднастроить, правильно или нет?
Возможно и так, но сейчас мы попробуем поймать. Давайте торопиться не будем. Вот, 7.46, нормально, нормально. Нормально. Читай, как раз. Заводите свой город английскими буквами. Что, Enter жать? На кнопочку Search. Посередине, которая выделяйте, копируйте. Да чё он падал? Скопировал. Сворачивайте браузер. И тут, да, я так понимаю, вставляй. Да, конечно. Дальше. Но дальше просто-напросто так вот берете и закрываете. И он тут ничего не ловит. А ничего страшного. Какой был ближайший от вас город крупный? Иркутск. Ну вот напишите Иркутск. Копируйте. Сразу появилось. Ну, все нормально. Я только почему-то так, один секунд. Ну вот, практически и все. Что-нибудь еще надо или нет? Вы говорили, скайп есть у вас там. Ну, чтобы был. А. Сейчас. Так. Сейчас перейдем на Тимку, а скайп выключим. Мне полностью выйти с него надо, да? Сейчас я... Да, да.
Сейчас загрузку посмотрим. Хорошо. Опа-па. Ага. А почему не хочет добавлять скорт? Так. Теперь нормально все. Теперь нормально, да? Ну что, ну желаю вам всяческих успехов и удач. Я думаю, что все нормально. Спасибо большое. Давайте посмотрим еще раз вашу. А задержка всегда при открывании окон такая? Когда все приработается, будет нормально. Понятно. Ну ладно, удачи вам. Спасибо большое. Да, пожалуйста.